Всем привет! Вы на канале Степан Той. И сегодня у нас будет летсплей по одному моду Angry Birds, Angry Birds Seasons, конечно же. Где вместо птичек будем играть за свиней. Хотя свиньи против свиней, это как-то будет немного странно смотреться. Но в общем, вы сейчас сами все увидите. Всем привет, с вами Степан Той, и сегодня у нас будет летсплейчик на мод Angry Birds Seasons кое-какой. Вот вы его, собственно, видите, титры. Сейчас я вам скажу особенности этого мода. Тут мы не за птичек играем, а за свиней. Это мод такой. Вот, допустим. Сейчас зайдем сюда, тогда вы убедитесь в этом. Вуаля! Вы убедились, да? Нужно еще разобраться, как ими пользоваться, поскольку я в этот мод еще никогда не играл. Только сейчас зашел. Так, все получилось. Так, ладно, я все понял, Только сейчас нужно разобраться, как это съемка, что делает. Вот так, в принципе, я так и знал. По виду можно понять тут. Вот тут можно понять. Нифига себе, сколько тут звездочек. Так, ща. Бабах. Хотя не. Это значит не такая способность. Это просто это как обычный ред. Если я не ошибаюсь. Нет, это обычный ред. Я все понял. Так. И вуаля. Так, яйцо, кстати, получили. И бабах. Собственно, прошли. Так, продолжаем играть дальше. Ну-ка, какая тут у него способность? Что, никакая, что ли? Не. Сейчас скажу вариант. Блин. Не получится. Это можно понять. Так. Я думаю, все, что тут с помощью бомбы давай пройду, поскольку я тут задерживаться в этом моде не собираюсь. Это такой мини-летсплейчик по моду. Так, давай. Блин, не дотянул все-таки. А плохо. Ну что? Придется сделать вот так вот. Вот главное перепрыгнуть. Нет, тут вообще ничего не получится. Вообще ничего. Блин, я тут не хочу долго застревать. Я вообще не хочу. Наверное, отсюда выйду вообще. Так, ладно. Сейчас поиграю тут самое интересное. Оу. Это же платные уровни, которые тогда были в игре. Ладно. Вот это попробуем сыграть. Например, бабах. Кстати, хорошо так получилось. Блин. Вот лишь бы попало. Не, не попало. Во. Это, как считай, синяя троица была. Ну тут можно вспоминать, какие персонажи в этих уровнях были, и играть, кстати. А тут так не получится.
Не. Что-то не так-то. Да не, как-то что-то не так все проходит, как хочу. Вот как хочется, не проходит, вот реально. Я же не шучу. Бабах, всем жару дает. Хотя, у меня есть кое-какая идея, сейчас эту свинку убью. Блин. Ну ничего, сейчас он... Блин, а шариком ее не получилось убить, кстати. Не получилось. Так. Ну-ка, блин, а я думаю, что все-таки получится. Рыба-свинус такие сложные уровни, над которыми бомбишь и бомбишь. Смысла в этом никакого. Да блин, взрывайся, ё-моё. Настоящее привычное играть. Тем более свиньи против свиньи как-то получается. Как-то тогда получается. Угу. Никак не получится. Так, я к вам еще вернусь, значит. Бабах. О, бабах. Ща. Так, все же получилось. Ну тогда получится, все получится, на самом деле. Так. Главное, боба тут так хорошо кинуть, главное не перестараться. И бабах, пока не поздно. Блин. Да что-то сложные уровни, я их не очень люблю, кстати. И вообще, какой смысл, кстати, делать? И дополнительные вкладки. Я думаю, никакой. Так, попала. Все получилось. Блин, что так? Никак не отрегулируешь. Никак не отрегулируешь. Бабах, подарочек получил. Так. Все получилось. Значит, свинку нам не придется это трогать. Так. Ну что, никак, никак же? Блин, это как-то странно. У меня есть план. Сейчас скажу, какой вот. Видите, я бросаю свинку. Бабах! И давай. Блин. Не получится никак вот. Вот просто никак не получится. Yes! Есть. Что-то я обычной мышкой играю. Кстати, почему? Ладно. Без разницы. Так. Бабах. Вот все. Да блин, что с этой свиньей? Упорядочить как-то тут не получается. Ну что, кстати, надеюсь, хоть сейчас получится, потому что я немного пару сетевого не проходить. И вуаля, давай. Так, смотрите, тут у нас кое-какое яйцо есть. Бабах вот сейчас будет.
Блин, не вовремя, не вовремя. Так. А, в чем сложность, я не понимаю. И вовремя все, сейчас я считаю всех уничтожу. Я считаю, я реально всех уничтожил. Бабах. Не, получилось. Здесь еще все танцы запущу, он сейчас нас всех одолеет. Получилось. Кстати, у меня тут же еще одно яйцо есть, которое я могу сыгрануть. И все. Ссылку на этот мод будет в описании. Вы можете его там подробно поиграть. Так. О, какие они крутые. Блин. Почему я играла иногда с обычной мышкой? А теперь, например, с этой. Это что, баг какой-то? Ладно. Так, бомб. Он сейчас так-то не нужен. Так, да не получится-ка. Так, давайте сейчас всех преодолеем. Единственный шанс, что я смогу преодолеть. Не преодолел. Ну, блин. Так, желаги дикие. Мне немного не понравился этот мод. Я сейчас честно говорю, поскольку тут немного непривычно за свинок играть. Но так-то графика мода хорошая. Ну а вы были на канале Степан Той. Всем пока, подписывайтесь на мой YouTube канал Степан Той.